я взял эту модель Y, чтобы узнать, сколько она реально проедет зимой и сколько это будет стоить. Для этого мне понадобится вот такой суперчарджер, немного кофе, 100% батареи и рождественская ярмарка в Страсбург, потому что я на ней никогда не был. И проехать мне нужно было около 145 километров по автобан. Ехал я и просто на автопилоте, держа рекомендованные 130 км в час. И просто ради фана под 170, где это было разрешено. Дорога была настолько легкая, что я даже не почувствовал, как оказался во Франции. Доехав до точки назначения, мне пришлось реально удивиться. Ведь почти двухтонная, 300-сильная машина потратила всего лишь половину заряда, имея вот такой расход. А стоило это мне ровно 0